Меня зовут Октав, я занимаюсь рекламой. Это Росс. Росс Рис и Уичкрафт. Одно из крупнейших рекламных агентств в мире. Гадость. Примитив. Это мой Шарли. Он мой. Это мой подельник. Здесь в Росс и Уичкрафт царствует клиент, а клиент — это вы. А, это Джефф. Это квашеная капуста и так воняет. Позволь представить тебе человека, который эту капусту и производит. Жан-Пьер Раню, Жан-Франсуа Мароль. Жан-Франсуа Мароль, Жан-Пьер Раню. Мне страшно неудобно, но, понимаете, такая нервная работа, что пора бывает необходимо расслабиться. Не парься, это директор студии. Исчезни. Да. Софи работает в Росс уже 3 года. Это Марк привел ее к нам. У него всегда был хороший вкус. Не, даже не настаивай. Заниматься любовью в лифте со стажеркой — это уже какие-то 9,5 недель. Так я и думал. Ты правда ужасно развратна. Надень мои очки, я себя поцелую. Ну как, вкалываете? Вкалываем, президент. Еще как вкалываем. В самом деле. Кончай свои шуточки, гейм-овер. Если до 2 часов не будет готов новый сценарий, всем крышка. В этом году я должен сбыть 12 тысяч тонн йогурта. Молодые – да. Сексуальные – да. Закрой глаза, как ты мотаешь. Нужно, чтобы все ощутили твое наслаждение. Это мечта. Чудесная плитка шоколада. Итак, теперь вам все известно. Вы знаете, почему уже столько лет вы смотрите эту омерзительную рекламу. Настала пора перемен. Нам предлагают стать креативными директорами. Нет. Но почему? Потому что меня это больше не заводит. Вам кажется, что я украшаю мир? Ерунда. Я его калечу. Я плохой парень. Никогда еще за последние 2000 лет безмозглый кретин не обладал подобным могуществом. 99 франков. С 14 февраля.